И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Римас. Шиморыч. И мы продолжаем играть в Самп, и сегодня мы решили прокатиться по различным достопримечательностям Сампа, сменить скины, посмотреть, что да как вообще происходит, и, возможно, мы сделаем что-нибудь еще. У нас сегодня такая будет просветительская экскурсия для нас самих. Ищем, значит, магазины, бизнес на нашей стороне, будем примерять свои скинчики, которые найдем, и двигаться дальше. В армию нас в прошлый раз не взяли, но мы попробуем это сделать еще раз. Как ты думаешь? Ну, если честно, я вчера зашел просто вне серии для интереса, чтобы зайти обратно попроситься в военкомат, мне сказали, вы слишком толстый, прикинь. Идите похудеть. Слишком толстый? Ваша весовая категория не соответствует по нашим требованиям. Это полная жесть, это дискриминация. Это, не, ладно, я нигер, понятное дело, но я еще и толстый. То есть, понятно, ну я не знаю, что это такое. Ладно, ребят, в общем, ну, я ушел, это и означает то, что ты толстый, как бы. Почему вон, я толстый? Я могу в дзюдо пойти, там, раскидать, там, туда-сюда. Вон, мы сейчас поедем в магазин одежды с тобой, давай. В Сан-Фьеро. И ты станешь, наверное, худышкой какой-нибудь, я не знаю. Я надеюсь. Мало. Мне надо похудеть, потому что я уже все книги перечитал, все фильмы пересмотрел, все программы посмотрел, как надо похудеть. Я уже на воде сижу третью неделю, ребят, не получается, реально. Ну, вот сейчас это сделаем, я думаю, магазин тебе поможет похудеть. Елки-палки. Посмотрим, кого мы встретим сегодня в серии. Спасибо вам большое, кстати говоря, за ваши регистрации. Денюжки нам капают потихонечку, но мы их быстро, благополучно тратим. Возможно, в будущем купим бизнес. Поэтому, ребята, не стесняйтесь предложить нам, какой бизнес купить лучше всего. А здесь нужно договариваться, кстати, насчет бизнеса. А здесь шлюпочные, да. Интересно? Шлюпочные? Я не знаю, но что-то можно выкупить. Шлюпочные? Да. Так, давай снимем ограничение скорости и поедем нормально. Может, сейчас кого-то встретим, с кем-нибудь пообщаемся, но нас интересуют сейчас магазинчики и новые скины. Римасу уже вон надоело, как бомж бегать. Не, реально, как не побежишь. Здорово, стоп, Колобок там. Шопы. Привет, Колобок, пока, Колобок там. Вот такие вот, вообще мне... Рикардо Грей стоит. Давай спросим у него. Давай играть ПРП. Все говорят ПРП. Мы тоже такие ПРП. Конечно, здравствуйте. Здравствуйте. Вам нужна помощь? Помощь, сэр? Сэр. Он авкашит, походу. Вы припаркованы. Припаркованы. Неправильно. У вас... Он на паузе. Он на паузе. Господи, ну вот начинаешь РП, РП, блин. А вот все. У вас проблемы с авто? До свидания. Он загружается. Сэр. Короче. Необщительный Сидор! Да, ребята. Бан! В некоторых серверах, кстати, за это как бы не банят, а кикают. Нет, ну ты посмотри, я по-человечески подошел, спросил. Просто давай застрелим. Уважаемый. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай ПРП. Давай ПРП. Мы же с тобой ПРП. ПРП застрелим его. Да, ПРП. В магазин оружия съездить будет. Ладно, давай тогда заходим, примерим что-нибудь новое, а то что-то мы бегаем с тобой все время одинаковые. Соответственно, я что-нибудь себе подберу, я думаю. Так, скинчик. Скинчик пошел. Next previews. Next previews. Wow. Эй, а у меня что-то скины не выбираются. О, ребята, у меня что-то подвисло. О, у меня тоже, да. На shift. На shift выбирать. У меня реально подвисло. А, все, отвис. Нормально. На пробел, боже. Точнее. Я даже не знаю. Слушай, здесь бомж на бомже крайний. Ой, я упал. Как тебе сказать, ребята, это... О, я буду дедушкой! Да ладно, старпером что ли? Да! А куда ты пошел? Ты пошел на второй этаж или куда? На первый? На первом этаже там. А, на первом, я что-то на втором. Че там? Ну сейчас покажешь. Меня, наверное, в армию не возьмут. Не-не-не, вон я тебя нашел. Черт подери! Подожди! Ребята, угар! Эй, че ты в меня влез? Я в тебя вселился. Как ты во мне оказался? Я не понял. Почему ты меня выбил из примерочной? Как это с первой брачной ночи? А, подожди, сейчас, подожди, женской, что ли? Скорее всего, здесь... вам нужна другая примерочная. А ты в мою примерочную вошел, слышишь? Ну, а что ты хотел? Подожди, как next делать? А, вот, все. Пробел. Или что там у тебя? Бомж, старик. О, за 725 тысяч костюмчик. Что за костюмчик, бро? Хаслер такой жесткий. О, я нашел. Нифига себе тут цены, 670 тысяч. Не, реально, вот здесь... Ба. У меня нет такого нормального выбора, реально. А подожди, Previous вот, нажимай, 15 тысяч. И все будет.
Может мне японцем стать? Унджао, эй, аома. Аудьва, пойдем в Ямакако, или как там японская мафия? Вот. Уважаемый пристав, ой, священник. Ух ты, здесь такие скины, ребята, на самом деле. Хаслинг щит. Че ты там нашел? Че там нашел? Че там, че там, рассказывай. Да, интересно, увидишь, братан. Увидишь. Блин, хочу... Мать, бомж такой, я ж... Как будто реально всю жизнь отсидевший, я же такой лысый весь. Татушек не хватает, ребята. А я... Все, вот я вот этот скин возьму, ребята, и, наверное, пойду в японскую мафию сразу же. В якудза возьмут меня сразу. Я в этих... В трусах... В трусах, с сердечком. Ёлки-палки. А где одежду купить отдельно? Можно здесь такое или нет? Здесь есть такое или нет? Не знаю. Подожди. Давай быстрее. Братан, ну я жду, я смотрю. Здесь знаешь, сколько всего интересного? Давай еще посмотрим. Я Белочкина нашел. Лайк Владимир Белочкин. Сейчас, подождите. Ребята, здесь столько всего, я не могу удержаться, понимаешь? Тут от крайне бомжовского скина до всего остального имеется в наличии большое количество. Не, реально очень много, да, выбора. Ладно, сейчас возьму себе деда и буду ПРП отыгрывать. Сейчас, ребята. Сейчас возьму деда и ПРП буду отыгрывать. Мне кажется, нормально будет. Ты кого выбрал? А ты где? Мы же хотели с тобой в якудзе, но мы же сейчас военно-вооруженные силы хотим еще, понимаешь? Я готов, нормально. Сейчас, давай, бро, сейчас, бро, я прочекаю быстренько. Сейчас. Скажи, какого бомжа ты выбрал? Лысого одного. Я вот этого возьму. А ты тоже такого же, что? Нет! Два брата-акробата, ёптать. Ёпта, посмотри на походняк, как будто ему в жопу что-то засунули и продолжают крутить, пока он ходит. Отсидел на зоне за одну статью, ёптать, поэтому там ходит, блядь. Подожди, я похоже, чтобы у нас как... Потому что, чтобы мы были бандой, братан, подожди. Надо абсолютно дебилоидов сделать, да. Стой. Потом мы серьезно... А что у него в зубах? Солома, что ли, или что? Ну, это точно не сигарета. Я не знаю. Вот будет серьезный бизнес, когда, тогда и превратимся в нормальных пацанов. Конечно, да. Я представляю, в военкомат... Из грязи в князи, ёпт. А ты пила просто приходит. Я не знаю даже. Так, это у тебя, это твой скин был. Блин, мы купили одинаковых, братан. Я так и знал, что у нас одно мышление с тобой. Ну, такого дебила, конечно, здесь тяжело еще найти просто. Иди. Пойдем, где братик. Ты? Давай ты будешь мой папа, а я твой сынок. Давай, сынок, пойдем. Я тебе сейчас покажу, как такие надо жить по понятиям. Котика, what the fuck вообще? Мамка моя. Чувак, у тебя есть мелочь? Нету, давай, заходи. Вези свою папаню. Отца, куда ты без папы пошел? Помнишь, некрасивного централа попивая? Сок у себя в квартале. Блин, это легенда, не фильм. Как чувак, там бабка, помнишь, курила этот? Марихуану там вообще она там пыхтела. Да, подожди, а нас теперь пустят в таком с таким внешним видом куда-либо? Ну, сейчас посмотрим, что. Так, давай глянем, давай приглушим тачку, нажмем GPS и посмотрим, куда мы сможем с тобой отправиться. Такими крайними дебилами. Я даже не знаю, бизнес, куда нас могут еще взять? Китайцев выбрал, что ли? Я что-нибудь не понял. Да. Чао, так, управление статистикой... А как ты у меня сын китайец? А, походу я маму китаянку нашел, да? Запрещение. Лодки в пустыне? Нет, это мы не хотим. Казино 4 дракона. В казино мы уже с тобой ходили. Канатная дорога, турбаза. Кстати, мы не видели еще турбазу. Давай посетим ее. Давай посмотрим, может там какие-нибудь тёлки есть нормальные, отдыхающие. Пообщаемся. Туда-сюда, да, обратно. Было всем приятно, давай. Поехали. Канатная дорога, турбаза нас интересует. У меня какая-то метка синяя поставилась, я не знаю, что это слева такое. Слева от нас? Давай посмотрим, да. Что там есть. А что это за метка? Ой, что-то красное, синее. Подожди, это не то. Это что за хрень? А, это пацан какой-то. Эдвард Стивенсон здесь стоит. И а, здесь представитель власти, что ли, какой-то? А, починка. Твой тезка, кстати.
А вон канатная дорога мне показалась буквой. Да, мой тезка. Ладно, поехали на канатную дорогу, посмотрим, что там. Ну, таких бомжей я не знаю, ребята, куда возьмут. Дома мы пока так потихонечку копим деньги и вот так вот их тратим на скины, но получилось крайне интересно, как мне кажется. Эти скины достойны, ребята, лайка. Это просто невероятно. У нас такая банда. Нас все должны бояться. По идее, да. Смотря на, ну, реально, вот мой персонаж, он реально откинулся только что, да? Вот прям только что. Я не знаю, что... Фургончик какой-то скатывается. Где? White Jack, белый Джек. Ладно, давай поедем все-таки на канатную дорогу, посмотрим, что это за турбаза. У нас, кстати, скоро топляк кончится. У нас двухместная даже машина или четырехместная? Да, у нас двухместная, к нам никто не сидит. Единственное, что меня сейчас смущает, это то, что нам, по-моему, бензина с тобой не хватит до турбазы. Никоим образом. Да, мужик, ты видишь метку, куда поставил? А, вон, канатная дорога. Дорога вообще внизу, бро. Это нам по прямой ехать. Ой, как же нам далеко ехать, братан. Ну-ка. Это вот сюда нам нужно ехать. Да-да-да. Ой-ой-ой, тихо. 15, как же... Давай новую тачку возьмем. Давай новую тачку заправленную сразу возьмем. И поедем, посмотрим, ребята, что такое канатная дорога. А вот может, кого-то там встретим. Угу. Да, сейчас Unrent нажму. Unrent. Договор аренды транспорта расторгнут, и мне кажется, нужно взять что-то более серьезное. Для таких бомжей, как мы, с такими серьезными выражениями лиц, нужна, естественно, серьезная классическая машина. Вот, например, как вот это. Это просто гэнгста щит, мне кажется. Так, рент-кар. Рент-кар. Так, братан, погнали. Ты где? Так, ты где? Я здесь. Я тут вообще захотел, они что-то там заняты. О, мусора, а нет, фу, нихера, он, смотри, витрину расхерачил. Да все, поехали, нас ждет канатная дорога, ограничение скорости, убираем. И понеслась. Ох, как она топит, посмотри, брат. Кстати, да, вот для размера-то она нормально топит. Машина серьезная, ребята, если уж снимать, то снимать по-крупному, вот такой. Ой, там кто-то взорвался. Ага, а почему ставится ограничение скорости? Ну, просто на автомобиль, ты можешь его снять в любой момент. Нам 4 и все, и ехать с большой скоростью. Но, по сути, с ограничением скорости тебя, до тебя не должен ни один господин полицейский докопаться, по факту. Угу. Вон, посмотри, там куда-то поехали телевизионщики. Давай поедем, что? Может, там какое-то место путешествие? Давай. Куда они, смотри, вместе сходят. Со смученным ограничением скорости, кстати, едут. Куда ты? Черт потери. Да и столб поймал. Ой, ребята, понакупаюсь, справа, блин, потом сядут. Неуправляемая она. Забей на них, поехали дальше. Заносит, да я за ними не поеду, я не знаю, куда они поехали. У нас есть свои цели, это канатная дорога, надо ее посмотреть. Ой, два крайних бомжа у нас с тобой получилось, а лысая мафия. А я, кстати, ты лысый, а я нет вроде бы, да? Нет, ты нормальный. О, 91, братан, едем. Выньте бы день. Сейчас, подожди, въеб... Осторожно просто. Так, хорошо, едем. Заправка. Тебе надо заправиться? Не. У меня... Я заметил, здесь, кстати, очень быстро заканчивал. Помнишь, мы здесь начинали свою карьеру в жизни? Да, можно пойти поиздеваться над бомжами. Давай, поехали. Давай? Давай, вспомним былые времена, когда над нами издевались, нам давали деньги, мы там бегали. Давай. Давайте. Вон они там пашут, как это приятно посмотреть на бомжей со стороны, когда у тебя есть шекели, они у тебя постоянно хрустят, их можно раздать каждому бомжику, соответственно. Давай. Давай сейчас соберем толпу. И подъезжаем. Ух, смотри, как работают вообще. Молодцы, работайте, не гридрить вашу налево. Так. Давай посмотрим. У меня такой додик. Это просто эпик. Это просто эпик додик. Херайте, это вообще, смотрите, ребята. Давай, ты помнишь, как нам раздавали когда-то денежки? Да, давай, напиши что-нибудь, типа раздаю кто деньги хочет, и так далее. Кто хочет? Кто хочет подзаработать, ребята? Подзаработать, ребята. Сейчас, ребята, мы остановим все производство на этом заводе. Бесплатное. Нет, бесплатное. Раздача лавандосика. Лавандосика в ангаре. Прямо сейчас. Кто-нибудь тупят. Откликнется, нет? Тупят. Все пашут, посмотри, как тебе боты. Тебе надо ключевые слова.
Кому деньги? Дай деньги. Он там бомж, Вова. Кому деньги нужны? Все в ангар пиши. Все в ангар пиши. Смотри. Клюнули. Два. Клюнули, да. Ловим. Стройтесь. Все в ряд стройтесь. В построях пока. Будем раздавать. Там вон с тележкой, чувак, тележку-то угони. Кому денежки? Денежки, ребята. Вы так усердно работаете. Работаете. Мне! Вы так усердно работаете. Мы дадим вам денег. Ждем других. За мной. Они скажут бомж. Скажут бомж. И что, поскольку мы будем давать? Надо же как-то им дать. По косарику. Вот 4-4-4 на крючок подсадили бомжа. Ага. Так, хорошо. Что-то мало народу пришло. Давай по 10 тысяч дадим. Порадуем. Ты не можешь больше 2 тысяч дать. Да ладно. А, да, серьезно, да. Стройтесь. Все в ряд, ядрить вашу налево. Да, как нас выстраивали, слушай, да? Почувствовать себя на этом месте. Это просто эпично. Так. Кто продавец? Я продавец. Давай. Пэй. 498. Два касика. Передал. Поможем бомжам развиться на сервере. Пэй, 257. Два касика. Дал. 402. Пэй, 402. Два касика. Дал. Ребята, вы посмотрите. Вы посмотрите, по два касика. Гуманитарная помощь, ёптать. Пэй, 497. 2000. Дал. Вот это посмотри. Вам нравится это? Вам нравится это? Счастья вам. Давай. Не, пусть танцует, попрыгает туда-сюда. Надо же отрабатывать. Ну давай. Танцевать умеете? Да, говорит. Танцевать умеете? Таня пишет, да. Спаси боже этого человека. Давайте станцуем. Станцуем. Умеем. Оба-на, посмотри. Оба-на. Хорошо двигаешься. А ты знаешь, как танцевать? Дай ему 2000 еще. Нет, я не знаю. Дэнс, наверное? По любасу? Пэй, 257, 2000. Вот так вот. Дэнс? Нет. Молодцы. Вот так вот, 2000. Ай, молодцы, ребята зажигают просто жизнь. Пэй, 402, 2000. Красота, ребята, понеслась. Пэй, 498, 2000. Easy money. Так, 257, старается. Спасибо. Спасибо за веселье. Так, еще раз. Пэй. Ребята, танцовщица у нас 497, да? Круто, ребята. Вот видите, в любой момент так могут подойти добрые люди. Так, танюхи. Давай, раздавай, а я пойду машину подгоню. Пэй 402, да, у нас танюха вроде бы. Да. Давай. А мы поедем. Все. Я жду тебя. Все, поехали. Да, поехали, все. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо и вам. Погнали. Пускай ребята работают. Ну, всю шахту нам удалось, конечно же, сорвать на это. Ну, они сами, мы как бы всех звали туда-сюда, обратно там. Ну ладно, поехали дальше. Но мы же по доброте душевной, понимаешь? Конечно. Как бы доброта. Мы же сами с этого начинали, господа. Да, мы сами с этого начинали. Нам когда-то тоже кто-то, один добрый человек, который продавал свой бизнес, дом, еще что-то, он нам выдал денег. Это наша самая первая серия по сампу. Именно в этом месте мы, как крайние бомжи, без денег, без ничего, получали денежки от того чувака. Ну и, соответственно, делаешь добро, да, и добро вернется, как бы, не ему, конечно, но другим
добро, оно, видите, как это, как зараза. Что здесь у нас? Вот сюда мы идем, канатные. Ой, какой додик у меня, господи. Как же ему живется, наверное. Я к своему привыкнуть не могу, я привык, там какая-то большая, я же большой мешок говна бегает. Подожди, а это что? И что мы сделали с тобой? А что за такое? И что это за хрень вообще? Тут телек есть. Телек никуда не деть. Эй! Журналы Playboy. А, наверх, может быть. Тихо-тихо-тихо-тихо, наверх. Наверх. Вот тут лесенка есть. Мне кажется, там есть крайний бомж, который может нам что-то организовать. Хотя... Нет, спальня какая-то, магнитола. Смотри, какая крутая магнитола. Кстати, дом такой неплохой, блин. Я бы его купил, елки-моталки. Вообще офигенный дом, да? Чё? Просторный, такой здоровый. ТВ, куплю временное жилье. Куплю автомобиль марки Туризма. Не, здесь ничего нет, братан. Здесь просто комната и дом. Ребята, мы что, по канатам не походим, что ли? Я не понял. Чё это такое вообще? Где тачка? Вот тачку перекраси. Давай, вези своего босса, и дрить твой налево. Так, подожди, дай-ка посмотреть. GPS. Проход на канатную дорогу, видишь, написано? Вот он, иди сюда. Чё ты начинаешь? Вот где сюда ты? Садись. Вот, ко мне иди. Куда все нормально. Я не вижу, вот наверх, иди. Наверх скорее. Ну вот сюда ведь. Ну на вышку. А, во-во-во, вижу. И что? Она туда? Уже уехала. Ну ты какой, сейчас блин? Сейчас приедет. Что ты начинаешь? Батю свою. Если ты че, блин? Ты че, на? Берега попутал, что ли? Сейчас, подожди, ты приедет. Ты попасть не можешь, лысый. Что ты начинаешь? Берега. Иди сюда. Нет, толстый нормально попадал, у толстого размах нормальный был. Масса брал просто, ежи, толстый. А это какой-то дрыщ. У меня, по-моему, речи, пацан, посмотрел. Ну, потому что он кунг-фуист, он же. Китает, да, уже. Ну, естественно. Так, ладно, где эта херня? Сейчас приедет. Ну, а чё, папаня уже постарел немного, ладно, чё ты его начинаешь уже? Реакция не та. Дрючить. У тебя это, додик из Властелина колец, который горлом. Да. Вот он, типа того, только с кожей. Нормального цвета, скажем так. Они синие или зеленые, как-то. Да, они полумертвы. Ну что там, приедут нам, нет канаты? Может, надо что-то активировать? Я тебя спрашиваю! Ай! Я упал, короче. Да, жив, нормально. Никто... Давай, забирайся, он едет. Наконец-то мы посмотрим эту канатную дорожку. И что, как туда забраться-то? Ну, сейчас подъедет, покажу. Как обычно забираются в такие штуки, так и забираются. Типа G? Каких G? Вот, бенч. Опа! Как, запрыгнул-то, нормально, да? И так, да. Хоть посмотрим, что это такое, ребят, что за канатная дорожка. Самое главное не упасть. А как сесть-то? А зачем тебе сесть? Стой. Ты живой? Что с тобой? Что с тобой? Ты лагаешь, ты проваливаешься, потом опять... А, ну понятно. Понятно. Хорошо. О, какой вид! Какая графика, ребята, какой огромный мир. Это огромный что? Я не понял, ладно. Ну мир огромный, да, мир большой. Когда мир большой, это хорошо. Так, а вот там он... А, ну там просто вышка получается, и все. Вот это и есть канатная дорога, что ли? Или там что-то есть еще серьезное? Давай посмотрим, может быть там продолжение какое-то. Смотри, есть. Здесь никто не тусит и развлечений. Вот, стоп. Вот там вверх еще есть дальше. То есть нам надо пересаживаться. Полюбасу. Здесь никто ничем не занимается, как-то странно. На верхнюю станцию. Ну-ка. А, это горнолыжный центр там, бро. Там, видимо... Вот, подъезжает, подкатывай, давай, дальше. Там можно на лыжах посмотреть что-то. Ну давай посмотрим. Апа. Дюн-дюн-дюн-дюн. Кстати, высоко, красиво. Вообще красота. Бомж с сигаретой какой-то. Чего ты, блин, смотришь на меня? Принял такой в лицо, об палку ударился, об канат. Давайте посмотрим, что там дальше. Ух ты, тут заграждения какие-то. Олимпийские кольца. Там еще дальше, что ли, есть? Нет, выше, мне кажется, уже нету. Нет, там, видимо, уже горнолыжная трасса идет. Вот здесь никого нет, никто не тусит, посмотрите. Давай прыгнем тогда. Есть желание? Куда ты хочешь прыгнуть? Вниз. Хочешь вниз улететь? Да. Хочешь попасть в больницу, что ли? Я не понял.
А там медсестра хорошая. Не, ну... это не ПРП, проход на комнатную дорогу, ты что? Ты же в реальной жизни не прыгнешь? Самоубийство это не ПРП? Не, ну хотя если дебил, то прыгнет, естественно. Если говорит дебил. Там РП, не РП. Что здесь написано? Или поймешь, не вычитаешь. Да, там ничего не написано. Но в любом случае мы цель свою выполнили. Посмотрели, что такое канатная дорога, видимо, это и есть, дорогие друзья. И раздали денег, благотворительность. А, в общем, с нашей стороны. Гуманитарная помощь, ребята. Да, гуманитарная помощь. А, спасибо вам большое за просмотр. А мы с вами увидимся на следующем видео. С вами был Римас. И Шиморо. И всем пока.